Фриз 4.3.4 дает АУЕ, то есть его, по идее, нельзя жать на кильсете. Добавить где? Нельзя. Да, если, если там отведет нормально, декан берет агро и отведет нормальный сферы, то можно. Наверное. Этот Короче, лучше не жать. Вихторка готов, вам что, рыбу дать или что? Нате рыбу. Это Не самое надо? главное, знаете что? Сферы здесь желтые такие в воздухе будут, их надо подбивать. И из пула, это, смотрите за агро там, на Талдраме и на Валанаре. Этот, ну потому что, блядь, на пул один давакин только, и чтобы не сорвались. Отдаю отчет, 5, что 4, все, готовься 3, там. 2, 1. Да ебаный в рот, ну. Я так и знал, Зулфега, ГЦ, ты в миликах просто стоял, да? Зулфега, почему я не удивлен? Че, у нас никто не держит? Кого? Стою. Держит? РДД? А, типа просто условно, ладно. На келе там особо не врывайтесь, смотрите за агро. Ебать, квадратик где-то в жопе. Я держу квадрат. Нихуя, нахуя. Ну так если я буду их ломать, так вообще пиздец по ДПС упаду. Ну что поделать, кому-то все равно надо их ломать. Вообще это Зульфега бы делал в самом низу река, но он сдох. Инвалид, ёбану! Прощай, мы его испытаем, прощай, ваше. Давайте, Геру. Блять, один друид в рейде, это хуёво. Ну, кстати, он какой-то в гильдии есть, Эрдрусова. В какой? Которого вот добрал, да, недавно? Да, недавно. Ну, я тоже. Ну, я отлетел, не пейси. Редкое сочетание. Эрдрусова. У него слабенький Эрдрус, слабенькая сова, но тупая связь, дать вроде адекватно чего. Он кинетика падает. Смотрите, надо ее притянуть побыстрее, чтобы не получилось. Банная мана, блядь. Дротик. Рага не кончается. Ман. Сейчас будем летать. Крестик бы успеть. Похуй на крестик, сам себя упадет. Ну, профессиональная игра. Кого пиздить, блядь? Всех что-то мало хп. Того, кто активен. Активен Валанир. Валанир или кто он там? Валанир, да. Валанир, ну, всех по 1%, блин. Валанар. Валанар его зовут. Да, похуй, у меня Валанир. Кстати, Войт, а можно ДС покупать за ЕП? О, бля, интересная идея. ДС. Может, за ГП только? Ну, да, да. А кто это хочет? На кого ты хочешь? Бонсай. У тебя что, есть посох? Ну, квест, да. Надо еще 21. Нихуя сижу, бля, жестко. Да пока не парься. Пока копи ОД, потом... Пока до Джана еще дойдем, будут перспективы. Ее сначала убить надо, чтобы начать лутать эти кристаллы с нее. Там уже будем думать, кому закидывать этот кристалл. Так, чё я, блядь, туплю? Это на распыл. Это на распыл. Ну, я так складываю пока, может, кому надо будет там в экстренном порядке делать шем там или посох, если чё. Пока что складываю. Я не продавал ДС ни разу.
Так, это раз пыл. Воятель надо кому-то? Нормальная пуха. Чё, прям никому? Ну, дробяшка. Ну, ты как помнишь? Пойдёт. Лэнха, забирай этот. История. Могу на трансмог взять. Ручку на трансмог. А что ты там с трансмогом? Где-то я видел этого Энха с Шеймом видос. Нихуя себе. Мне даже не сфла... А, ну... Нет, с двуручкой бегают же Энхи. Они там бывают даже больше, чем с одноручками. Красивый трэш. Мем даже. Но это был призом, вроде бы... Ну это видос, скорее всего, с дырухля был. И уже все с Шеймами ходили. Где он стоит, косарь? Ну, он с Шеймом, да? Как вам такое? Ну, Энх с двуручкой, бомбажа. Узич видос был вроде бы. Да, у него все было, блять, у него вся хуйня была. В первую очередь надо варом делать Шейм. Конечно, варом. А чё варом? Луком делаете, если вы все? А, я в цепях стою, говорю. Я понял, нахуй. Ебать, физкультура, нахуй. Сначала СЛК добить, блядь, до вас. Энха какой-нибудь с троллейбоем. ПВП. Видал уже одного такого. Красивый, конечно, что пиздец, умирает только так. Пуха двуручная, она тяжелая, неудобная, наверное. Зато и башит сильно, наверное. Ну, если дойдет. Если дойдет, то там и помрет. Где дойдет, там и помрет. Что-то мне кажется, или я какую-то хуйню несу? А не, нормально, в обычном состоянии. То есть ты всегда хуйню несешь. Обычное состояние. Ну вот грипнул мага. Сбил каст, я не сбил, кто-то сбил раньше. Тут у нас там офнулся, рипнулся. А, зупля. Так, смотри, тактика. Пуляю только тактика. Имба. Охуенная тактика, мне нравится. Тактика, как пулять тактика. Тактика на тактика. Нормально, да? Смотри, второго. Чё, как вот тактика, пулить тактика. Ёбаный, спулился ещё гусь какой-то. Ещё тактика, теперь нужна тактика на троих тактиках. Срочно. А потом пришли ещё тактики. Нужна тактика на тактику. И рассказали тактику. И рассказали тактику на тактику. Тактику на тактику. О том, как пулять тактику. Это смахивает на рассказ, блядь. Джек, блядь, построил, ну, что-то там в доме построил, построил Джек, блядь, или как там, кот там, собака, блядь, в доме, который построил Джек, блядь, сука, угарный рассказ, пиздец. Это Войт. Поэтому фильм снят вообще. Ну, так прикинь, Войт, который рассказал тактику. Вы пришли. Да, тактика, потом пришли тактики, рассказали тактику по тактике. Потом пошли еще два тактика. А потом пошли в ТДГ закрепить тактику, которую рассказывал Войт. Про тактику. Сказал Войт, который был он Джек. В доме, в котором построил Джек, да? Рыбы нет, но выдержите. Рыба есть. Вот она.
Это все в тактике, которая была про тактику. Короче, блядь, это самое. Смех смехом, но лана кверху мехом. Это самое. Вы должны передать укус. Пятую пати кусать не надо. Там, ну, для справки там скажу. Сейчас если я... сильно припрёт, по идее, можно. Если сильно припрёт... Лучше кусать пятую пати, чем в оборотне. Если сильно припрёт... Это получается этот самый в туалет. Да. Так, Айновен, короче. Твое место, блядь. Твое место. Раш. Вы заебали. Айновен, ты встаешь в черепок на взлетке. Блять, я уже макрос скоро придумаю на крушителя, ей-богу. Дайте я там попизжу немножко. Этот самый Бурябай, в кружок встаешь на взлетке. В звезде. Давай я, блядь, поставлю тебе. Кружок. Айновен, череп. Ну это вы запомните. На взлетке вы там стоите. От этих меток рейндж 8 метров на взлетке. Так, Хила, что ты говоришь? Ромб, да? Ага. Вот тебе ромб. Бидон. Ты, короче, самый скиллованный. Тебе достанется звезда. Так, а треугольник достанется Геншину, самому нескиллованному. Самому скиллованному, наоборот. На первой взлетке все три приста на себя антифир. Четыре приста, нихуя себе. Антифир перед пулом. После того, как первый эфир пройдет, там откатится антифир, еще раз повешите перед вторым эфиром. На первой взлетке дает прожимку Шовсё и дает Массакру Бурибай и дает гимн на ХП Геншин с Килай вдвоем. А на второй взлетке даю Массакру я, Анавен и дают 2 шипа гимна ХП. Это все в обязательном порядке. При этом надо держать рейндж, сова дубовую кожу, локи защиту от тьмы. Короче, любые сейвы, камни нахуй, давакин, я хуй знает, там, блядь, что-нибудь не сдохни, короче. Все. А, и давакин с пула на пул двойной на войда. Если у тебя есть там подготовка или что-то. Кила готова. Все готовы, даю отчет. Тут надо там тебя забирать? Нет, ничего не надо. Просто бежишь рядом и бьешь автоатакой. Просто стоишь рядом и все. Бать, шипит кто-то, не хрясь. Вот вентилятор шип. Тени смотрим, World. Так, Свято сдал, короче, тебе истерию. Вадикон с укусом. Укусишь Биг Дэма. Факт, факт. На взлетке, если что, еще раз напомню, про ДПС забываем, проживаем и вспоминаем. Тени смотрим на ком. Эйя. Глыбу желательно на взлетку оставлять. Нихуя вы приседаете. Тени смотрим, призан выноси. Так, Бидон, ставь тотем Геншин гимноману. Вадикон иннер по Бурибаю. Быстрее с лучами с красными. На следующие тени через 5 секунд надо будет дать масс полностью захил и диспелить их точечно фир. Потому что будет фир через 5 секунд. Так, я химису, короче, укушу. Вадикон. Вадикона захилить. Вадикона захилить. Готовься, что все. Не зыбку, готовься. Бурибай, готовься, массакру. Все прохиливаемся на фул. Давай не зыбку. Как начнет вихрь крутить массакру. 2 хила на хп, быстрее читаем. Укусы, укусы. Нет, нахуй, не получилось. Вадикона меня фернуло. Ой, не получилось. Химису укусил. Похуй, похуй, похуй. Хоть кого. Вадикон сдох, нахуй, ГЦ.
Я его диспельну. Я не знаю, что сказать. Что получается? Не везучий ты человек. У меня просто нет слов, блядь. Давайте играем, посмотрим. Под конец Геру придется давать. И Святос еще сдох. Выкусите Лока, СПД хоть увеличу. Как ты сдох, Вадикон? Чё за проблема? Не в РНЖ стояли или как? Я посмотрю, блядь, по рекаунту. Чё за хуйня? Это... Подойди, найди. Все больше через бесов, там и я. С престом стою. Я просто умер. Ага. Дождем все залило. Я не могу себя хилить, потому что мне надо укус отдать. Бежал не укус отдавать после фера. Поэтому меня просто залило по 5к потихоньку фером. Ой, ну, ливнем. Я прям перед смертью отдал укус. Хорошо, что успел отдать еще. А Святосу тоже кто-то дал, да, и он походу откинулся. Килая. А, так. Я что-то помани хуёво. У тебя собака есть, Килая? Да. У меня всё. Вызывайте. Я любез. Вызывайте вдвоём собак, и Килая, и Геншин, и... Я побежала. Песа гимноману дай. Вот сейчас по Килая диспел. По Килая диспел. Дай си зубы там что-то дай. Перед фером. Не сдохни, главное, в ложе. Вон там... Ген на хп поставил. Дал не зыбку. Айновен массакру. Два шипа гим на хп. Магу укушу. Да, знатно мы укусы проебываем. Сейчас походу заново будем бить. Сам мага, мага, зифуре, го, короче, тебя укушу. Давай, брат, бомаш. Чеми, закусай. Окей, ладно. Ворос. Давайте, Геру. Довакин, что у тебя за проблема? Ты не можешь подойти к человеку и нажать единичку? Братан. Я искал. Я тоже искал, блять. Аддон, знаешь, как называется? Вуду называется. Вот там показывают, то с дебафом, то без дебафа. Какой нахуй Вуду, блять? Стандартный нахуй сейчас аддон, который вот этот сделали. На нем прекрасно видно, кого укушено, кого не укушено. То есть теперь вам даже не надо аддону ставить. Все уже для вас, блять, сделано. Блять, еще и тени. Короче, 29 секунд до берсы, 5 тамов, не знаю, добьете, нет. Надо будет укусы да, передавать, да. Только кусайте ДДшников. Да, мы не успеем, надо в любом случае, что после. ДКшники, вары, акиса, блин, зукли, их кусаете. Геншин, дай повязку, если есть кому-нибудь. Так, сбежались. Бач, неужели? Ага. Нихуя достижение красивое. Став вампиром. Прикольно. Вот приколы какие-то, блядь. Стать бомжом, блядь. Достижение. Не передать укус. Сука, надо на шапе отключить вот эту хуйню, чтобы... Ну, да, у меня последние секунды. Так, блядь, так отвлекает, пиздец. Нихуя не видно, нахуй. Со всех, блядь, зеленые циферки. Блядь, как эту хуйню отключить? А перышко можно, да, ведь? Да. О, спасибо. Ну вот Слава говорил уже, наверное, сколько, блядь, полмесяц-месяц про этот, про Вуду. Там прям фиолетовой меткой на нике показано, кого укусили. Я тебе говорю, вот сегодня сделали стандартный интерфейс, как на Орбе, да? Все прекрасно видно. Просто стандартных тоже показывают, да? Да, да. Типа я отключил всю Вуду, я поставил стандартный. Ну, во многих показывают, просто некоторые там маги думают, нахуй, что не надо эту хуйню им, блядь. Что им ДБМ там все расскажет. Сейчас обычные показывают. По итоге Довакин согласны с мнением магов, что не надо никакого фреймов ДДшников, надо просто, блядь, ДБМ смотреть. Искал в рейде из 20 человек, двое укушенных, он искал 18 неукушенных людей. Вот как так, да? Там даже если фреймов нет, укушенный человек, он таким красным цветом светится, типа кровавой такой дымкой. Вот получается это. Азукля, вот... ДБМ поставил. Эй, я тебе прям все до конца уйдешь. Или пойдешь? Ага. Походу он уже побежал. Да, я до конца уйду, извиняйте. Уйти надо. Давай. А, ну дайте ему ДП, наверное. Удачи. Босс. Да, я дам. Так, это не надо никому.
Там он друид есть, хотя он вроде в гейме. Так, а чё мы боссов убили? 6 плюс проф. 7. 8, 9. Скажи, пусть сливает. Сэй, Лана. Там трэш можно бить еще. Никто не хочет. Танк должен начать. Так там есть танк у нас. Только этих валик не сагрите сзади. А, валик. Сейчас будем бить валик. Ты говоришь сагрить? Да без боя. Я просто не хочу после седры, блять, бежать на лича и потом смотреть, как люди агрят валик. 15 человек портанутся в портал, пробегут на спринтах, телепортнутся. Кстати, а если сагрить вальку, портал сработает? Нет. Повешать нет. С собой, и портал нельзя будет заюзать в бою. Будешь сидеть куковать с валькой, пока она тебя не юбнет. Это ледяная курва. Когда? Блять, ты так и будешь шипеть? А, сейчас я вырублю вообще голос. Раз, поставим. Я не знаю, из-за чего это, типа, но... Ну, это называется активация голосом, знаешь, такую хуйню. Есть еще шумоподавление. Там много, подавление. Много чего типа... есть, это от микрофона зависит. Просто я вот начинаю, когда, короче, ну, именно когда кнопки вбиваю, тут какой-то там, что-то идет, короче, все говорят. Там играет роль, какой микрофон. Микрофоны же не разные бывают. По качеству. Яростно кнопки жмешь. Да нет, я не скажу, что яростно, просто громко клавиатура выше на громкость. Это после воина привычка у тебя. Ну что какого, блядь, три кнопки на столбе будут обновлять. У Дима на две кнопки стоит, а бесов сумой. Чё-то слабый, ШП по нерв. Я же вам сказал, что их не поймут. То есть нерв минор, то есть он мало, мало задержит. Да, без говна и пауза. Да не скажу, что их сильно понерфили. Все такие же. Блять, а чё сегодня выпустили? Какую там серию уже Властелина колец выпустили, кто знает? Вчера смотрел Дом Дракона новую серию, а Властелин пока еще не появился. Там сериал по Властелину колец будешь? Да. Там, там хоббит негр, гном негр, нахуй, эльф негр. Я поэтому даже смотреть не начинал. Просто все негры. Все негры. Теперь даже начинать неохота. Не, дело, понимаешь, не в неграх. Дело в том вообще, что там будет. Я посмотрю по-любому. Еблю между неграми. Не, мне кажется, в Властелине колец нет смысла еблю показывать. Для этого есть Игра Престола. Там пидоры... Ну, там есть ебли негров. Пидоры... Там все негры. Короче, гомики, лесбухи и так далее. Вот эта вся хуйня. А в кармане у меня крэк. Вот дерьмо, твою мать. Захожу в свой любимый бар в своем районе. И я оглядываю сразу весь бар. Я вижу все лица. Все черные лица.
Я дерьма не потерплю. Никакого ни от кого. Я увидел тебя у стойки бара и не поверил своим глазам. Я подошел к тебе ближе и увидел твои колени. Колени были все в грязи. И я понял, что ты на них уже стояла. А в кармане у меня крэк. Вот за. Дерьмо твою мать. За. Хочу тачку с открытым верхом. А ключ к этому что? А ключ. Конечно, РЛ нормально, но голоса у тебя нет. Да потому что я простыл. Да я не в простуде дело. Я не старался, блядь. Ты хочешь, чтобы я спел? Не надо. Нет, он уже сбежал. Рэп это не мое. Это был рэп? Ну, я не знаю, что это вообще, честно говоря, как этот жанр называется. Мне кажется, трэш. Это трэш какой-то. Ну, там пародия какая-то идет. Трек, если что, называется... Я вот не знаю, то ли группа «Черные бигуди», то ли группа «Мальчишник». Короче, «Мальчишник», «Черные бигуди», вот эта хуйня называется, что я напевал. К Вальке не идите, кто там идет. Бегите. Стойте, назад, назад. А то запустится босс. Обычно со щитом постою, да? Короче, «Мальчишник», «Черные бигуди», вот эта хуйня. Но он там таким голосом пробуханным поет, знаешь, для такого нет. Ты слишком трезвый. Там еще такой у него, это хриплый такой голос. Пиздец. Такой текст, блять, еще надо это придумать в трезвой форме. Это пиздец вообще. Это типа пародия, высмеивается, вот эта американская жизнь, наверное, нигерская. Как знаешь, не грози Южному Централу, блядь. Чувак, блядь. Бидона нет, он отошел. Есть мелочь. Кто бидон? Отошел. А. Он в ужасе сбежал, пока ты успокоишься. Я понял. Ну все, через часик придет. Есть, говорит, мелочь, а? Нет у меня мелочи, говорит. Ну, чувак, говорит, я тебе дам чизбургер. Да не нужен мне твой чизбургер. Чувак, я тебя болт... Я скажу, зачем, пока его нет. Это все очень интересно. Дай рыбу. Больно? Или мне полетать? На Вальке рыбу. Зачем? Да, в принципе, можно, но там два хэпала, и мне кажется, два приста на рейде тогда будут. Ставлю рыбу. Ну, могу остаться. Понятно, как было еще без разницы. Я, вам нужен этот, кто он, блок с щитом, который типа увеличение ХП? А чё это? Ну типа я на 26% увеличиваю восстановление, если по мне ебанут. Щиток на лока. Да, надо. Я не думаю, что у Давакина есть этот, крабик, или как его. Да тут похуй на крабика, вон два хапала прилетают. Главное, чтобы бидон еще подошел. Ну все, я стою, короче, в элитре, ебашьте меня как можете. В принципе, вы вдвоем должны захилить. Только главное, вот ДДшники, там танки, которые бьете. А вот бидон, подбегай к нам быстрее. Сейчас он подбежит, мы начнем. Я слева, ты справа. Кстати, а где этот крабик ловится? На берегу. За горами, за лесами. Просто чтобы брать хантов и за шиворот их туда водить. Ага. И пока не приручат, не отпускать. Вообще крабики есть в этом. Ты идеалистка. Да, по часовой. А, бидон пришел, блядь. Сука, где этот календор? Пошли, пуляем. Да у любой водички они почти. Да, не у любой водички там крабики обитают. В стоящей. А, лично я в Зарамском взморье, блядь, находил там дохерища крабиков. Сиди да охоться. Давай, Ким, запоминай. Шо, все, твоя сторона справа. Все, стою у элитры, кайфую. С щитком в руках. Киберпанк кто-нибудь проходил? Ну я хотел, мне что-то как-то не дошли руки покупать уже. Да я не покупал, я проходил его еще, когда его выпустили.
Его выпустили, там грустно было проходить его. Не, я прошел, я не сказал бы, чтобы там я миллион багов видел. Ну, блядь, ну может 2-3 видел, но типа я даже не обратил внимания. Я не знаю, как люди, наверное, специально искали эти баги. То есть я просто сюжет прошел, все там, задание. Вообще да, они как бы специально ищут баги, чтобы снять потом интересный видосик по этим багам. Ну вот, этим я от них отличаюсь, я как бы этой хуйней не занимаюсь. Есть разница между игроками. Некоторые игроки что-то пытаются, блять, и, так сказать, сломать игру, некоторые нет. Я, например, не пытался... Нихуя себе циферки, блять. Пытаюсь сломать игру, и типа у меня постоянно баги в играх идут, вот. Вот. Получается, ты бага-юзер, блять. Есть игроки разные, есть бага-юзеры, а есть нормальные пацаны. Ну просто... и ютуберы тоже баг, разные. Баг, который меня выкидывает за карту, в общем, да. Я вот в Вальгале... Меня в Варкрафте уже 5 раз выкидывало нахуй за карту, я ебал рот, блять. И я вот... Ну слушай, с помощью этого можно, знаешь, какие локации попасть? Как он называется? А, в смерть в свою, этом... блять. В Ассасин Криде. Ну это Криде. Тоже. В Ассасин Криде я попадал в этот... Ну, под землю падал. Вот недавно выпустили дополнение, это... Забытая сага, я там, блядь, и вообще я какую-то речку грабить пошел. Думаю, блядь, пойду разъебу там всех. Поставил сложность самую большую. Подбегают там какие-то друиды, блядь, Ирландия какая-то, блядь, газ этот зеленый, нахуй. И, короче, нажимаю прыжок валькирии, там подпрыгиваешь так вверх и падаешь сверху вниз там с копьем, блядь. Я с двумя копьями, блядь. И, короче, блядь, просто... В текстуру пропал, ну в пол куда-то и полетел вниз, и все, и сдох потом. Думаю, сука, что за хуйня? И офнулся. Прям настроение пропало, бля. Так-то не критичный баг. Ну похуй, загрузился дальше. Просто загрузки долгие. Как же висело стоять, ни до кого не дотягивал. Ну чё, БМ ебашит сейчас? Ну смотри, Диавазавр, он почти на всех боссах нахуяривает. Чё-то Магр набивает, как не знаю кто. У меня один Диавазавр, блядь, третий. Хан, как просто пец за него всё. Да я на одного Диавазавра смотрю в гейме обычки, блядь, третий топ, нахуй, по агро. Где люди по 20к наносят. Не, ну это ж круто. Ханта геймплей проще станет, от пельменей проще станет отбегать. Вообще. Это же вообще. А если не... нет? ГП? Ну тогда да, тогда придется второго пета заводить. Чтобы два пета, два пета были в инсте, а хан в Долоране. Их еще хилить надо, этих петов. Даже хилить как-то. Не, пускай он сам хилится. Разгром. Ебать, о, нихуя, армия стреляет. Ух, нихуя, 184к, 195, нихуя. Чисто сиди и смотри на зеленые циферки. Еще раз. Все, сейчас выйдут уже с 1000 захилят. Ну, представляю, сейчас один на один на арене. БМ какой-нибудь просто на тебя диозавра отправляет на воина, нахуй, все, он тебя загрызает. Те, кто не подавители, блядь, хуярят вовсю. И череп там бегает, блядь, выебывается. Все, прохилили, молодцы. Хорошо, поспал. Квест. Квест возьмите, не, не, это не бегите. Квест возьмите. Чё, на синдром? Да, квест на синдром. Какая гадость. А как вообще делать?
Ну, убить босса надо, я же говорил, там, если не убиваешь, то удаляется персонаж. Не, ну это, конечно, интересно, но после убийства эту хуйню надо юзать или перед убийством? Перед убийством, пока она еще жива, но у нее мало хп. Сколько процентов хп, я не помню. Ну там типа 10 стаков надо накопить, насколько я полагаю, около 15% хп у нее должно быть. Да, где-то там на последней фазе чилить. Такс. Буреба и Вилаша. Кому с вас нужнее эта хуйня? У него 58-е, но он сетовые, у тебя сетовые. Так, Буреба и минус ладно, Вилаша. Узы хладного духа. Так. Святос. И на стресс. А у тебя есть на стресс уже. Святос. Все, суманулся. Только Геншина нет. Геншин тут? Пошли, заходим, похуй. Да у меня с произношением вот этих, блядь, ударения, блядь. Не, я, конечно, могу так, как надо произносить, но не хочу. Ну и, опять же, все могут ошибиться. Скайрим переиграл, парень. Вот, например, Дамблдора я всегда называл Дамблдором, блядь. Ну его же можно и Дамблдором назвать, правильно? Ничего тут такого нету, блядь. Он тебя превратит в лягушку, блядь. Дамблдор. После этого. Дамблдор, блядь. Дамблдор самое угарное. Самое главное, блядь. Самое угарное это Буряба. А он как? Бурябок, что ли? Бурябой, блядь. Рябой, ебать. Сейчас можно... Бурябыч. Сейчас будут травосеки, во! И серия начнется. Сейчас будут гомосеки. И баба такая, хуй. Ой, я, сука, лужу не туда дал, вы видели? Сука. Я вижу, что два мужика, блядь, к нам идут. Блядь, кринж. И не два. Ну, короче, грим... Так вы отойдите, пока они не закрутились. Точно наебашат всех. Нам уже ничего не страшно. Ой, я дал незыбку. У меня было 300 кг. Блять, это бесит меня баба. Если тебя бесит баба, главное, чтобы тебя не бесил дед. А, сука, крутится, бесит меня. А кто смотрел фильм, называется Джей Молчаливый Боб наносит ответный удар. Я что-то такое видел. Пиздец, да? Как первый смотрел. Такая дичь. Я что-то тоже вторую начал смотреть, но я что-то не вывез ее смотреть. Такое говнище, блядь. Как я вообще первую смотрел? Первый, да. Такая дичь. Где-то они там стоят около магазина. Бля, а сука, не видели? Последний фильм с Ди Каприо называется «Не смотрите наверх».
Курим шмаль, давим кофе. Никто не смотрел. Пьем, пьем, пьем. Косяки, бля, продаем. Кто продает? Мы продаем. Забиваем, продаем. Эй, чувак, отсыпь-то забивку. Пятнашка баксов, чувачок. Гони в лапу, пятачок. Если с бабками облом, даем в долг, в долг, в долг. И эта песня, блядь. Что-то я там знаю, кто ты, ео-ео-е, блядь. И это говорит, что за хуйня, говорит, это... Говно пидорское, говорит, какое-то, говорит, ты что, говорит, не знаешь Джангл Лав, блядь? Это, говорит, самая охуенная группа в мире. И ее музыку, говорит, сам Бог написал и передал чумовейшей там что-то, говорит, там, группе, блядь. Когда они приехали ему домой, пиздреями вломили. А представь, здесь в игре Warcraft, нагрубил к тебе раз, приехали, там. Демон поднял на себе. Что, демон? Был у меня в десяточке один лок. Я ему сказала, что если он мне нужен будет на РТ, я его из-под земли достану. А я думал, к нему кто-то приехал. Ты что, он поверил? Он мне ради прикола скинул свой адрес. Он живет в 18 часах на поезде от меня. Так. Хорошо, что это не я. Я надеюсь, он не под землей жил, блядь. Или он где-нибудь уже там живешь. Приходишь такая на участок, вот там где-нибудь в подвале, да, в домике. Букили сидит уже. Четвертый этаж. Не помню уже. Короче, этот лок твой муж, да, был? Не, муж вон на диване дрыхнет. Муж-сова. Муж-сова, Холли Паул, Ханта, еще что-то там, но теперь все это мое. Он чисто сова, раз только он живая сова. То под сову он подходит. Вы видели, блядь, я между двумя кучами мобов пробежал, блядь, вы такое видели? Ты, конечно, молодец, но как мы эту хуйню убивать будем? Похуй. Лапками! Маг тепнулся. Надо шкаф ставить. Короче, я успел дать там какую-то хуйню, там, блядь. Ух, ебать, у меня аж лагает. Какие красивые циферки, ебать. Ставьте шкаф. Я спулил уже. Молодцы, ну тыкните меня, пока хрень не делал. Мне нравится этот луковский макрол. Мне тоже. Каждый день его использую. Заебался уже читать. У меня еще второе есть, но это уже на Дестрика надо переходить, чтобы было поактуальнее. Да? Ты что, говорит, не знаешь Джангл Лав? У него такое ебало еще у этого, нахуй, у тонкого, который волосатый. Нахуй. Сука. Пиздец. А как в начале там было, я может что-то запутаю, но там, короче, типы в фургоне ехали, блядь. Сука. Он, короче, такой типа спрашивает, говорит, блядь, говорит, ты бы, если бы был бы овцой, ты бы трахнул другую овцу, говорит. Я пошел на меня-то. Понимаешь? И он, короче, такой... Он такой думает, да нет, ну типа, ну да, в принципе, если бы был, да. Выкидывает такой, зафил ебучий, что его с машины выкидывают потом, блядь. Типа разве. Этого овцеёба. Да, да, да. Сейчас, погоди, еще третий макрос есть. Ой, блядь. Я еще, у меня четвертый был макрос, но он так постоянно юзался, что мне муты давали. Я решил его не брать. А знаешь, этот был, как он называется, фильм? Большой. Боюсь спросить, на чем он у тебя стоял? На демоническом этом, которое беса усиливает. А он же у меня кдшится одну секунду. И у меня постоянно на стреле тьмы, по сути. То есть я кастую каждый раз стрелу тьмы, у меня каждый раз макрос этот орёт. И плюс еще это, замедление каста. У этого, кто он говорилки. В Лондоне? Да, в Лондоне.
Тут бьем, если что, там в комнату не бегите. Первый раз я проебался, блять. Я в комнату заведу. Что там, челика нет какого-то там брать где-нибудь? 29 онлайн, гильдии кого-то можешь позвать? Можешь второму этот Tomorrow написать. Ага, блять. Тут 5 человек в сети. Ну вот. Ну он там почти дредил этот друид, который на магике. Они там после 20 заходят. Да. А это Томми по кличке Сиська. И сейчас он молится. А если он этого не делает, то ему, блядь, следовало бы этим заняться. Мы потеряли роскошного Джорджа. Что за хуйню ты несешь? Как так потеряли? Он же, блядь, не связка ключей, чтобы его потерять. Потеряли, блядь. Роскошного Джорджа. Сейчас сбегаемся вон в звездочку. В одну точку встаем, сейчас захиливаемся. Тотемы убирайте, Петр. Прощайте, Петы. Мы вам не рады. Ну уберите там, блядь, тотемы, вон куярит. Это по-любому история, блядь, не скиллованная еще. Тема не умеет убирать. А, да, это не я, это я. Я же угадал. Короче, тактика на босса. Самые лучшие огурцы, ебать. С талантами, ну, если все хуи. Если что, напоминаю, там, на второй фазе все метки в звезду, когда в сторону я скажу. Ах, у меня уже, блять, реально уже. Ну это же лупу ставит. Не ставьте эту парашу. Ебаную. Сейчас я подойду подальше. Вот рыба стоит. Тут чух-чух ваш не слышно. А мне что делать? Так. Ебать рыба. Ты, короче, чилишь. Как менять, знаешь, да? Короче, нет. По принципу скинул стаки меняешь. Понял, да? Нет. Короче, на второй фазе ты прячешься за глыбой, которая стоит в звездочке. На тебе копятся стапики таинственной энергии. Вот, как их увидишь, наведи мышку, посмотри. И когда этот стак исчезнет, идешь меня менять. Понял, да? Угу. Вот. Потом, когда я пришел тебя менять, ты идешь, оббегаешь глыбу, чтобы не заморозиться во вторую глыбу, если глыба не на тебе. Встаешь за нее, опять наводишь мышку на таинственную энергию, смотришь, она исчезает, и сразу идешь менять. Не ждешь ничего, не считаешь никакие стаки. Просто скинулся, пошел менять, скинулся, пошел менять. Все. Изи. Так. А чего вы тут можете сдохнуть конкретно? Вот, чтобы было вас как хуесосить. Первое, это притяжка. Мне нельзя сдыхать. Второе, бомбы. Когда босс взлетает, 5 склепов спускаются вниз, ступенек над вами, над головой персонажа будет синяя меточка. Надо спуститься вниз, набрать рейндж. Рейндж 12 метров между глыбами. И люди без меток должны тоже 12 с лишним метров соблюдать рейндж. Да, саппорт обмен давайте. Саппорт пьем, кстати. Этот 12 метров. Иначе будет лишняя, это как она называется. Лишний склеп, который нам не надо бить. Вот. Второе. Так, это бомбы. За бомбами прячетесь. Ну, если кто-то не соображает, в принципе, поставлю на себя метку там. А кого уже проебал? Просто смотрите за тем, как люди бегают. Если не видите, где падает склеп, это бомба, и типа, куда нужно встать. Если у кого-то с этим проблемы, с ориентацией в пространстве. Это вторая вещь, от которой вы можете сдохнуть. Ну и третья, это на второй фазе. На второй фазе надо будет ставить все глыбы в звезду. Самое единственное, что вам надо понимать, это за каждой глыбой, за каждой, не через одну, не через две, не через... Блять, как еще объяснить-то? За каждой глыбой, которая ставится в звезду, и которая не в звезду ставится, за каждой из них, нужно скидывать стаки-то из энергии. Вот, если вы хоть одну пропустите, то вы будете получать уже не 15 тысяч урона от склепа, а 30 тысяч. Накопите 5 стаков, получите 30 тысяч. В вас полетит склеп,
который должен засейвить весь рейд, вас убьет и весь рейд сдохнет. Вот все, что надо понимать об этом боссе. Остальное там не спешить, не ДПСить, ничего не стараться там сделать сверх сил. Все, когда в сторону надо, скажу. Вот, ваша задача отбегать, прятаться за глыбами, бить глыбы, ставить глыбы вниз. И на пятой, на второй фазе ставить хлеб и звезду, когда надо, в сторону. Когда надо, скажу Геру. Так, поели рыбу, сапроты выпили, да? Я смотрю на таланты Вихторки и каждый раз хочется сказать, как ты, блядь, дамажишь? Чё-то я банка думаю, таланты, нормально забил же. ПС, а ты тут? Все готовы, запускаю. Я тоже нормально забил же, но у него там прикол то ли со шмотом, то ли чё. Давайте, соберитесь. Тут всего лишь 10 минут, надо сосредоточиться и не делать хуйни. Вот. Дело в руках. Они у меня, наверное, прямые просто. Пристала под конец их. Поближе вставайте к боссу, скоро притяжка будет. Чтобы больше времени было отбегать. Убегаем. Не понял, а че с портом? Призан, вставай. Глыбы вниз, синие метки над головой. Между собой рейндж, вдвоем, втроем не бегаем. Вадикон, реснишь Химису. Больше никому падать нельзя. Глыбы бейте, там на них не надо смотреть. Слева падает также. Четыре глыбы всего падает, слева близко падает. Не сломай. И четвертая последняя ПС, Святос, дамаг не выйти. Теперь бегите, спрячьтесь. Химису реснешь. Химиса СС дашь. Он у меня кинул. КД. Бей кинул. Вихторка дашь. Вихторка дашь. А похуй. Похуй вообще. Себе дай. Больше дамажить будешь. На кого бог пошлет, короче? Кинь ролл от 1 до 25. Само время. 24. Да. 86, значит никому. 23. Это значит бидону. Бидону давай. Притяжка, готовимся. Ближе вставайте. Луки, порталы обнимите. Хант, отпрыжка, маги, блинк. ДПС хуёвый, сука. Здесь ваше вторжение не окончится. Никто не уцелеет. Метки вниз смотрим. Спускайтесь. Только втроем вдвоем не бегайте, тут двойной дамаг получите. Блять, пес вообще заморозится. Ебать вы бомжи, нахуй. Давайте, смобилизуйте все свои кулдауны, прожимки. Вот эти две глыбы должны быть разбиты на лестнице. И помимо этого еще эти надо бить глыбы. Вторая глыба, если еще падает. Еще две глыбы осталось. У вас пять склепов фуловых стоят. Начинайте дамажить посильнее. Третья падает. Четвертая и последняя падает по центру. У вас склепы не убитые стоят. Там люди будут сейчас задыхаться. Фулл ДПС по склепам. Прием. Раз, два, три. Я понял, в склепах было 7 ДПСеров. Да, блядь, ясно. Кто там на лестнице стоял? Со склепом ПСа?
тяжко будет скоро поближе вставать. Чего с тобой мне, блядь? Нормально. Нормально. Сорок процентов, 39. Метки смотрим. Спускаемся вниз. С метками синие над головой такие. Вот, теперь заебись. Слева близко падает. До 20% подбиваем. Пимиса. Справа теперь падает, перебежали. Это третья глыба. Свято, Свилаша. Последняя, четвертая падает. Справа близко от звездочки. ЛДПС по склепам. ЛДПС по боссу. Один процент до фазы. Великий, уже можете прекращать стакать обморожение. 2 секунды до склепа, милики, уходите. Первую метку звезду сразу разбить. Бидон звезду сразу разбить, это хил. Добегай, добегай. Ну кто там, блядь? Бомж. Блядь, Айновен, ну нихуя себе. ДБР 5 минут. Пиздец. Вырубай, давай. Не проеби двух танков. Следующую звезду будет притяжка. Вадикон звезду. Не бить склеп, притяжка будет. Сука, Айновен. Надо было на тебя отдавать СС. Да, забей. И так за это убьете. Стоим, притяжка сейчас будет, готовимся. А, я понял. Захотите заново побить, да? Беги, малышка, беги! Разбивайте склеп, следующую звезду и сразу разбить. Подбегай. А, не прибежал, я понял. Ты, кстати, что все... Ты будешь все менять когда-нибудь вообще? Или ты думаешь, ты придешь на этого босса просто постоять, там, почилить? Я жду, пока ты мне скажешь. Я ж тебе сказал, да. Скинул стаки и звезду. Все, менять тебе? Не, нахуй, не надо ничего менять, просто ложимся. Блять, ну ты кадр. Не надо, не надо, ложись, там все хилы лежат. Падайте, вставайте под ебало. Один БР... И вы дохнете еще по два человека на притяжке. Я хуй знает. Спекайся в ПВП ДД и Вилаша в танка спекайся. Заходите в инст. Ну я живая была, но в заморозке. Ай, на вен, блять. Накопил стаки и сдох. Ну че ты? Стаки же ты накопил. Ну, короче, да, так, и если кого-то забыл, давай, Айновен, Песа. Кто там еще на притяжке сдыхал? Призен, Химиса и кто еще? По-моему, все, да? А что ты мне ГБ-то кинул? Ну, чтоб босса не забирал, стоял, чилил. Не, ну в смысле чилил? Я бегал как ДД, я жду, когда ты мне скажешь, забери и все. Я ж тебе до пула говорил, объяснял. Таинственную... Ты сказал, скинешь стаки там, и все, но... на второй фазе скинешь стаки. Но блядь, ты, когда? Ты смотрел, наводил мышку, вот где дебафы висят, там стаки есть. Таинственные энергии называются. Вот вторая фаза начинается, они появляются, эти стаки. Если ты за глыбой стоишь, ты их скидываешь. Но это когда она притяжку делает. Не притяжку. Когда просто вот 35% переваливают у босса, она начинает каждые 6 секунд такой магический взрыв, как тайны магии вот этой розовой хуйни. Вот, и это каждые 6 секунд хуйня это происходит, и она
стакается на игроках. Если типа ты за склепом спрятался, то она не задевает тебя. Если ты не за склепом стоишь, то она тебе увеличивает входящий урон от магии, магический урон на 20%. 5 стаков словил, ты двойной дамаг уже ловишь. Вот. Эту хуйню ты скидываешь, чтобы прийти танчить синдру, и дыхание тебе не шотнуло. Ну вот, объяснил бы сразу нормально. Так я же так же и сказал. Ты сказал, понял. Ну, блять, я ни разу здесь еще на второй, на этой, на 25-ке не танчил. Я в десятке вообще в соло здесь стоял, а в 25-ке я не танчил. Поэтому я и спрашиваю, что как. Ладно. Ты молчишь, я жду, блядь, стою, думаю. Да я думал, что ты не меняешь. Что-то проблема какая-то, добежать не можешь. Ладно, похуй. Поспекнись в этого ПВП-ДД, побей, посмотри, как Авилаши меняет. А рыбу выдадут? Поставил рыбу. Я еще раз скажу, там, Энвен, там, не стакай, не умирай. А чего ты там сдох? Стаков на стаков. Ты не отбежал, я задумался, блядь. Не, у тебя вон ответный удар 9000. А чего ты еще потом от ауры добил? Глоба меня убила. А, да, вон вижу склеп. Ничего сложного в боссе нету. Не надо дохнуть на той хуйне, которую я называл там притяжка, бомбы. Склепы лишние не замораживать. То есть рейндж. Чтобы вы понимали, если вот везде стоит человек со склепом, вы не заморозитесь, если будете в кружке стоять. Ну, там немножко ближе можно, но наверняка, чтобы было, стойте подальше от человека, на котором синяя метка. Акиса. И Миса. Леншин, поешь шутку? Все, это иду запускать, там, доедайте. Надо быстрее. А где Бурабай? Надо быстрее закругляться, хоть ничего дать. Я Бурабая не вижу. Да ладно, и так убьем, забей. А где он? Не знаю. В рейде его нет. На первом этаже. Пишет цитадель ледяной короны. А, я понял, давайте ложимся, еще раз поставим рыбу. Ай, блядь. Я просто открываю, смотрю, на нем нет присобафов. Пытаюсь сообразить, где он, чтобы дать баф. Бурибай, ты где? Че, телепортироваться сюда нельзя или что? Что за проблема? Беги, малышка, ты тут вообще? Ну, он только подбежал. Ну, его нету, он не принимает готовность просто. А, КВ брал? Какой еще КВ? На синдру. На синдру, наверное. Нахуя он тебе? Ты забыл, типа, взять квест? Который у Вальки был? Я понял. Ну, круто тебе, чё? Ты чё, за это ЕП не дается, нихуя себе? За чё? За квест? Ну пошёл квест брать, я тогда все будет. У нас таких не жалели. Ну да. Ну, рейди чек-то был. Я вот не помню, принял он или нет. Мир тебе. Ты принимал готовность, Бурибай? Илья вообще не давал проверку? Проверку давал. Ну, у меня, по крайней мере, отображалось. Бидона ЭПСа нет, на всякий случай. Ну, это тофнулся, бидон. Релогался, наверное. Скорее всего, его заключил, а потом он удал ранее. Поставил рыбу. Давайте шкаф.
Какой квест тебе шарнуть? Давай сейчас шарну. Так. Ну, вот этот, а он да? шарится. А он не шарится. Вот этот шарится, смотри. На страже Зерота, да? Вот этот ты говоришь? А. Красиво, квест мне нравится. Не, подожди. Не, не этот. Вот этот. А, отдых до измышления. Ну, кого раньше шарнуть? А, там да, кнопка и... предложить серая. Значит, не получится, наверное. Да, да, ее только взять надо. Ну, значит, без квеста. Что поделать теперь? Или может всем рейдом сбегать, квест взять еще раз. Отменить и взять на всякий случай. Ну то вдруг с этого трая не убьем. Или убьем. Время. Там говорят, еще лично ждет. Угу. Ой, а кого? Еще одну РТ-8 ждет. А, кого? Ну это тоже. Я сейчас незаметно тыкаю пальцем в Вайда. А кого ждет? А кого ждет бидон и шо все? Наверное, не починиться забыли, а? Я вроде починился. Бидон и шо все, вы тут? А кого-то ждет твин, блядь, с ГМом. Че, проверку кинул? И кони. Ну да, вообще. Кидай. Не вижу. Ладно, давай еще раз. Наверное, забагалось что-то. Это, наверное, из-за ассистов багается. А шо багает? Вот теперь видно все, это надо в этом. Может из-за фреймов что-то багается. Так, ну все были готовы, запускаем. Там не забывайте еще такую хуйню, напомню. Там когда Синдру убьем, не бегите к личу там, потому что очень тяжело пробежать, там вальки убьют вас. Будем полчаса ждать, пока вы сбросите бой, или когда убьете вальку. Короче, не бегите, никуда не телепортируйтесь. Там очень опасно. Протяжка будет скоро готовиться. Синие метки вниз. Вдвоем только не бегите. Прячемся. Слева падает. Слева далеко. Прямо близко. И последняя, четвертая. Слева близко падает. Скоро притяжка будет, готовимся поближе ставим. Беги, малышка, беги! Че это за хуйня? Лакер на танке. Быть прикольчики. Кто-то что-то нажал, я что-то так и не понял, что это было. Ты что ли отвлекающий выстрел нажал? Давакин. Метки вниз. Не знаю, что это было. Справа близко. Справа далеко. Справа близко. 4,
И четвертая по центру, прямо возле звездочки. Давайте Геру сейчас, короче. У тебя киса серия. Перевести за две звездки надо. КД там все, давайте бусты. Когда переведем, уже там пристопнем, когда склепы будем бить. Притяжка, готовимся. Сейчас будет через пару секунд. И 5% потом добить. До фазы. Притяжка, отбегаем. 3% добить. Давайте бьем. 2%. До взлетки 9 секунд. Еще 1%. Все, успели. Нормально. Так, склеп 2 секунды. Первый склеп в звезду. И сразу разбить рарник звезде. Остальные ушли. Не словите эту хуйню. Склеп лишний, не заморозьтесь. Сразу его разбиваем. Обрати внимание, и Вилаша уже скинул и уже готов идти менять. Вот он бежит. Я иду. Следующую звезду и не бить. Последний фридом по войду. Но стресс звезде. Милики ушли. Там не зыбко, на всякий случай. Стоим. Вот этот склеп сразу зергнуть. Сейчас будет притяжка. Тот подбивайте. До 20% тот склеп подбивайте. Да, ставь, ставь вперед. Ну ладно, похуй, бог, давай. Два хила сдохли. Вадикон, ресая на вена. Фулл баф по иновену. Игнор ему дашь еще. Иди скидывай. Склеп звезду. Акиса. Щиток по нему. Бля, что это за... Ой, бля. Что это за хуйня, блядь? Разбиваем? Да, конечно, разбивайте. Следующую звезду и сразу разбить. Сейчас немножко переверну босса. Сразу разбивайте. Тот склеп разбивайте. Биг Дэм дай на хп. Следующую звезду. И, по-моему, это притяжка будет. Следующую звезду будет притяжка. Не бейте этот склеп. Стойте левее за глыбу. Встаньте, не улетите к боссу. Притяжка будет сейчас. Все, притяжка. После притяжки разбиваем. Все остальные в сторону и фулл ДПС по боссу. Все, разбивайте в сторону черепок, в сторону черепок. Подальше отойди в сторону. Ну, миликов заморозишь, блядь. Ты чё? Все, босс, бить. Хилая на хп, гейм. Угу. Еще разок. И можешь не зыбку дать. Вырубай дай массакру. Через... Айновен давай на сакру. Мильки, бить босса вам удобно там? Короче, дал не зыбку. Два ляма бейте. Там сбоку где-нибудь или с другой стороны там бейте. Ох, на освобожденку, на всю эту хуйню. Геншин, давай на хп. Уже был. А, ну похуй тогда. Короче, не зыбка, уже КД. 300 тысяч там добьете. Мильки кайфуют. Мильки в глыбе кайфуют. Факт. Слушай, эти мильки. Ох, квест сделали. Сюда. Ну, квест. Кто квест сделал? Изи квест. Ну. Самый прикол. Можно всегда так. Его сдавать. А у меня не сделался квест. Где его сдавать? Подожди, это же лутануть надо. Вот сделался. Вот остается. Да, вот как в РС-ку пойдем, там наверху башни вот этой, где в РС-ку вход, там будут сдавать этот квест. Чтобы надо что-то лутануть? Да, ждет. Синдры надо лутануть. Хрустальная сущность Синдрагоса, если кто не знает. Так, Акиса, тебе на Энха, короче, или на Элема, завоеватель.
Так. Бурябег. Протопава создашь. Так. И солнечные часы. Надо кому-то. На лече там, если кто-то прошел, не идите, остальные там, блять, вальки, опасно, пиздец, словите бой на весь инст. Если локи прошли на платформу, у нас Раус может зайти в 25-м. Ага, пускай заходит. Вальку сагрит. Сагрили? Не-не-не. Везло, повезло. Не агрите его. Он уже в этой. Да. В игре. Так, Геншин, на, короче, для коллекции. А сколько не было, да? Не было, не было. Так, переодеть тапок. А когда он тут не был? Ассист ты кто? Киньте пати Роусту. Так, ну тоже почиль, что все в этой, как он называется, в ДДшнике побегай. Бля, вот я как раз хотел научиться танчить тут, а ты, блядь... Да нет, ну ты смотри, ты просто... Побегай, это самое. Ну тут, в принципе, не, ну можно, но смотри, вот я тебе сейчас поставлю метку. Ты, короче, все равно в ДДшнике побегай, пускай Вилаша там конет, а ты посмотри, что он делает. Вот лич стоит тут, да? Да там этот... главное мне понять, что прожиматься ли под этих кого, под шаркающих, или что там. Не, как-то... не, в обычке тут у тебя столько хп, тебе эта хуйня нахуй не нужна, прожиматься, вот это все. Просто стоять надо. Как-то. Просто стоять, но основное, что тебе здесь делать, вот надо, ты в ромбике стоишь, да, танчишь шаркарей. Тебе надо выполнять правила двух мобов. Вот у тебя вылез шаркарь, и ты берешь этого шаркаря, и ты его танчишь, и берешь одного маленького, и все. Если у тебя маленький сдох от чумы, ты берешь еще одного маленького. Если у тебя вылез второй шаркарь, ты берешь его, и у тебя два шаркаря, и ты уже маленьких не таунтишь, не берешь, они тебе не нужны. Чума должна в приоритете убивать этих шаркарей, не вурдалаков там косить тоннами, пачками. То есть твоя задача быстро убить шаркарей. То есть один шаркарь заражает другого, короче, он умирает. Там чума между ними, ну, она 15 секунд протикала, дальше перекидывается на следующего моба. Кто-то релогается там, Химиса. А, на этом наличе просто прожиматься под этот, блять, как его там? Да, жнец душ. Ну, там, этот, 70 тысяч от тьмы урон идет, там панцирь отдаешь. После того, как эта хуйня проходит, лич на 5 секунд быстрее атаковать начинает. Не раз в 2 секунды, а раз в 1 секунду. То есть за 5 секунд тебе 5 тычек может дать. Ну тычки в обычке это там 20-25 тысяч. То есть учитывать, это тебя и хилы оверхилить должны. Хибиса там зайдет, нет? Прием. Где он там? Или он писал что-то, что уходит? Кто знает. Не вижу, вроде не писал ничего. Может, вылетел просто. Кто? Я тут. Химиса. Это Химиса, говорит, тут? Нет, я просто отходил. Так, ладно, пока ему 1100 накину. Пока уберу. Проверка на готовность. Будем пулять. Ласки, масло, проверьте. Ой, поделись рыбкой. Сейчас. Вот стоит. Песа. Блять, у меня какая-то хуйня багается. Это... Песа, только тебя не хватает, короче. Надо с ассистов снять. О, так. Пэса, ты готов? Пэса отсутствует. Я понял. Пэса, ты тут? После босса и П за вчерашний гемхэм. Я уже перекинул тебя. Он писал это, что он 2 минуты. Так, ну только Пэса нету. Че, Биг Дэм, как тебе играется в ШПшнике? Кайфово? Ну так, ничего, ДПС даже. Да,
Ну, наверное, все равно приятно. Ну да, есть такое. Ну там когда как, блядь. Блядь, долго я ебал. Блин, какие же отвратные рейдфреймы сделали. Да иди ты нормальные фреймы, ну, типа такие же, как на мой. Просто, ну, кто привык, уже там удобно. Я вот убрал себе аддон, поставил стандартный. Не, помню, в панде были другие чуть-чуть. Нет, ну, точно такие же были. Показывают по цвету ДК, он, друиды. А что я их так поднастраивал, что-то вообще мерзко. Короче, похуй, я запускаю. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорость... Ты бидон не спалишь. ...на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более чё, ой? Быструю, чем ты заслуживаешь, за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Если чума на нем, просто диспелишь. Скинется на другого, он подойдет к трэшу. Будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Ты. Отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! 4, 3, 2, 1. Чё на Синдре, кстати, было, я так и не понял, блядь. То ли это таунты, то ли это бопы какие-то. Я не знаю, что это было, блядь, но это пиздец. Там где нажал? Ты нажал? Странно. Меня отпиздило в тот момент, когда я начал делать квест. То есть я прожал эту штуку, что они дали, и меня отпиздило. Внимание, Бурябая отпиздила чума, которую никто не диспелил. Вадикон, давай БР по Бурябаю. Ну как там рейдфреймы у вас? Сразу иннером, сразу клятву нажимай, там рез и маму, автоатак. Как там фреймы у вас? Нормально там чуму видно? Секунда, чума. Ровист. Я понял. На вот этом мобе череп поставил, на нем чума. Все, на другого пошла. Я понял, сейчас буду моба искать вместо того, чтобы лича танчить. Эвилайша вынеси. На ком чума? Эвилайша... Эвилайша танчит. Эвилайша танчит, танчит ширкарей. А. Бидон. Короче, нахуй, килая диспель чуму. Чуму просто... Под лича встаньте, РДД, подойди сюда. Просто диспель по рейду. Маг, встань сюда. Блять, короче, нахуй надо, пизду, прыгайте с обрыва. Бидон, блять, как дела у тебя? Не видно чуму? Видно все. Ну а что ты не диспелишь? Он рано продиспелил. Я вернулся, ну, меня уже из рейда кинули. Я ж тебе сказал, я ж тебе сказал ты. Кого ты спрашивал? Я ж тебе сказал ты, и причем два раза. Снимайте там диваны, залупают его. Переходку целую ждать надо будет. Таун выкинул. Пизда нахуй, вот как... Ебать, побежали. Валик только не сагрим. А тебе можно или меня уже заменили? Ты кто? Семейца, кто еще? Да, можно. У тебя свет что-то вырубало, да? Да-да-да. Ну, почти. У меня есть такой прикол, что у меня комп вырубается при перегреве случайно. Этот сам... А сервис иногда наебывает. Кила, чему диспелишь? Ты ж в холике. Да. Чему диспелишь? Напоминаю там всем, кто не знает, как диспелить. Диспелить надо на 4-й секунде.
Нельзя не диспелить. То есть, если вы не диспелите, человек умирает. Стойте, Валька еще обратно летит, блять, куда вы? Вот сейчас пролетит и побежим. Еще желательно, чтобы за эти 4 секунды еще мы из рейда вынесли. Если вынесли, это хорошо. Если не вынесли, все равно надо диспелить. Еще раз объясняю. Нельзя, чтобы человек умирал. А нельзя паладинов назначить? У нас их целых 2. Ай, блядь. Ну давай, наверное, диспелишь ты тогда. Диспелишь? Да, да. Я всегда поражался, что там столько IQ дохуя надо, чтобы чуму сдиспелить. Ну, наверное, да. Нет, это неудобно на престе. Ну, лично мне. Да на холике там вообще стоишь, чилишь. Этот кидает щиты, бидон дает этот самый, две цепухи и захиливается рейд. И все, и два света небес от двух палов, и все, фул рейд стоит. Просто чилишь. Ну смотри, такой момент, что мне надо отслеживать и все, на чем не висит щитки, а вешать ходками. Чтобы точно так же, как Шакену сработает, сразу прохиливалось. Ну и прозорливость мне постоянно надо держать. Короче, есть приоритет. Есть приоритет. Это не дать умереть человеку, чему. Вот рыба. Это надо делать. Какая бы там ни была, и не были бы условия. Если все хилы рдру, значит диспелит ШП, значит ретрик, значит протопал диспелит. Диспелит тот, кто может диспелить. В данном случае у нас все 5 хилов могут диспелить. По итогу диспелит не тот, кто просто может диспелить, а тот, кто сделает это лучше. Как диспелить, я уже объяснил. Нельзя дать человеку умереть. Вынес он, не вынес. Неважно. Чума еще тут немножко по-другому работает, в отличие от других серверов. Оффа там. Она не теряет стаки. Она вообще работает. Она теряет стаки. На ней 3 стака. А, ну, чем больше стаков, тем больше урона за тика наносит. Тикает каждые 5 секунд. Висит 15 секунд. 3 тика. Тимиса, ты тут? Здесь она, когда диспелит, когда перекидывается с игрока на игрока, она не теряет стак при диспеле, а остается или увеличивается наоборот стак, или такое же количество остается. То есть она бесконечная. Если ты с игрока на игрока будешь диспелить, она будет бесконечно кидаться. Но при этом каждое перепрыгивание чумы на лече стакает конденсатор чумы. И лич начинает дамажить больше. По итогу он так может шотнуть танка просто. Чуму в ромбик выносит РДД, хилы и милики. Первая чума после второго заражения, вроде как. Сейчас проверим. Не спать, блять. Или вы решили вайпаться тут? Сейчас РС-ку еще надо быстро убить. Бедом, сейчас будет диспелить паладин. Полипал. Какой-то из двух. Ай, наверное, напиши ему там, блять, в ПМ, что ты диспелишь чуму. Он беспокоится. Бидон, просто цепуху нажимай и все, сейчас чили. Говорят, чтобы вайпа не было, надо озвучивать каждую секунду, что надо делать. Так, сейчас ДК танк забирает одного вурдалака. Через 2 секунды выйдет шаркающий ужас перед лицом лича. Вот он появился. ДБМ пишет, что чума будет через секунду, но это наебалово. Чума будет после заражения. Смотрим на ком. Чума на ноу-стрессе. Ноу-стресс выбегает. Нему дают диспел. Кто дал диспел, плюс 100 ИП. Как в другой раз только. Смотрим, кто это диспелил. Рассеивание. Рарник. Рарник диспелил с ноу-стресса. Тем самым потерял 5000 ДПС. Зукля его передел. Так, чума пишет 5 секунд. Да, готовьтесь, смотрите в свои дебафы. Чума секунда. Внимание. Смотрим, на кого же повешается чума. Призан. Призан бежит с чумой. Диспел на 4 секунде. Кто-то красавчик. Это был Айновен. Вот, заражение. Захилим костюм свет небес, цепуху. Вот, видите, как хорошо идем. Так, ну самое хуевое, что у Адикона КД на БР 1% до фазы, до чумы 3 секунды.
Виктор, когда СС по Вадикону, блядь, забери ШРК, а? Что все забрал? Блядь, что там за хуйня у вас происходит? Сейчас же они долбанут просто ударную волну. Я понял, блядь. Я понял. Мне расскажите просто для прикола, что это за залупа? Ну, бабл дали под ЭК-танк. Кто? На Геншине чума, смотри, минус Геншин. На ПС чума, прыгайте с обрывом. Кто дал бабл? Какой, блядь, мисклик? Выкинь его с панели, блядь. Какой еще пизду мисклик? Убери его, блядь. Если ты хилишь через аддон какой-то, хиловский, там, хилбот, убери его, блядь, из назначения вообще. Блядь, я понял, аддон забагался. Ну да, конечно. Выкинь его с панели, с аддона выкинь, этот боб, бабл или что это было? Боб. Не надо по танку давать боб, блядь. Пизда, блядь. Хоть мак распиши, антибоб, блядь. Нет, кил. На варе во всех макросах стоит, блядь, антибоб. Ну вот поделись с этим, с Авилашей. А то сейчас еще кто-то решит такую хуйню сделать. Вам вообще весело, да, наверное, так сидеть? На этом ебучем личе. Короче, сегодня РС-ку не пойдем. Пойдем в другой день. Не, ну как не пойдем-то? Ну так не пойдем. Да хуя уже. Через 20 минут у Вайда еще одно РТ. Да как бы похуй, да, на РТ, но не пойдем, потому что мы не должны сидеть вайпаться на этой залупе. Заранее там сделайте, настройте аддоны, поставьте, чтобы не было вот этих мискликов, таунтов и вот этой всей прочей хуйни. Или вам приятно вот это все выслушивать? Ну, по сути, блядь, эту же синдру быстро, на самом-то деле, быстро закрыли. Да, ну, блядь. Там есть люди, которые здесь террас, там... Мы с первой попытки закрываем, если что. Ну, бывает. Ну, тут не без этого. То есть, ну, как бы, блядь, ну, сейчас должны закрыть. Ту-ту-ту. Меткий обрыв, вообще не понимаю, о чем ты. Что это означает? Янисима, это что-то японское, блядь, из Мураками. Я вот читаю книжку. Что значит Янисима, кто знает? Это город так называется или что это, блядь? Или это имя, блядь? Йогурт такой есть, Янисима. Не, не Данисима, блядь, а Янисима. Хотя синий. А, это я хуй знаю. Выйти на экран, не приветствуйте. Ай, сука. Ой, спасибо. Ребята, блядь, если я начну понимать, что кто-то из вас троллит, там сидит, какую-то хуйню вот эту специальный вайп делает, блять. Если я узнаю, кто это делает, ну мы просто попрощаемся. Не люблю вот эту хуйню. Вам самим, вы сами подумайте, это ваше время. Не только ваше, а еще 24 людей, которые сидят здесь. В частности, мое, там, Вилашина, Бонсаевская, Бигдемовская, Кисовская, блять. Если мы так будем рейды проходить, вместо того, чтобы за полтора часа эту залупу зачистить уже. Целка эта ебучая. У нас ДПС для Геры, блядь, можно Геру идти ебашить на 8 боссов. А мы сидим в обычке, как бичи вайпаемся на всякой хуйне. Вы тактику забыли или что? Что сделать-то, блядь? Рыбу. Рыбу. Сейчас запущу босса и поставлю рыбу. Забываем. Если кто-то не знает тактику, читайте ее в интернете. Если хуёво с чтением, смотрите видео. Есть все убийство, блядь, в актуале, есть... Гера, есть обычка, есть десятка, есть 25-ка, все есть. Бедун, тебе сокрот масла выдать? Хорош мой. Более быструю, чем ты заслуживаешь. Я бы масла не нашел. Кинь обмен ТЦшнику. Ой, Холику. Я забыла. Да я понял тебе. Спасибо большое. Не, я в принципе рад, что собаку убили.
в ТТГ, я думал, блядь, это невозможная хуйня. Это уже хорошо. Будущее есть какое-то. Блядь, у меня вылетело, сука. У кого? Лем. Лем. Похуй. Что поделать? Ошибка просто. У меня вчера так слетело. Так. Чума на бетоне. Диспел. На Бурибае. Диспел. Сакисы. Диспел. Зукли. Диспел. Молодец. Вынес таки, да? Бидон долго бежал. 4 секунды. Вурлак. Не спел. Ну, нормально. Могу проще, конечно, с блинком. Прошарку еще. Забери этот севилаш диспель. Сейчас еще чуму успеет повешать, наверное. На хила. Че, не донесла? Да где-то на мобе. На мобе? Это вообще мое любимое, блять. Давайте быстренько. Нашли моба, на ком чума. Не нашли? Блять. Возможно, я достаточно подбежал. Все-таки. На мобе, на бурдалаках, на каком-то должна вот быть чума. Все, он умер. Вон он, забрал его. Заберите. Нормально. Уже два дух. Да ебаный в рот, блядь. Иди сюда. Диспельте в наш. Третьего заберешь. Си. Сферу сейчас разбейте. Эту и еще одну. Еще одну сферу. На нее не набегите только. А то улетите в прекрасные дали. Ну сферу, блядь. Ебаный рот. За спину плечо. ДПС по валькам. Так, три вальки. Маг, вар и лог. Треугольник не бить. Только три вот эти. Хотя все в центре, похуй, все три разбиваем. Осквернение 5 секунд, милики все с центра ушли. Милики РДД все с центра уходят. Осквернение. Все, теперь встаем на полукруг. От звезды до глыбы. Милики, по команде с центра уйдете. РДД на железное колесо вставайте. Сначала посмотрим, где разольется лужа. Потом фулл ДПС по валькам. Вальки одновременно с лужей сейчас будут. Все вальки надо разбить. Палов много, сейчас готовьте станы свои там колепалы. Так, готовимся. Осквернение. Отлично. Все, фулл ДПС по вальке. Вот валька летит одинокая, РДД все по ней. И вот еще ускоренная летит валька, тоже разбивайте. Не кидайте вот эту бить. Да похуй, уже разобьем. ТП мало вальки. Теперь из центра выходим, осквернение 5 секунд. Сначала разольем лужу, из центра выходите, там ханты, кто-то кастует. Сначала лужа, потом идем в центр. Так, вот осквернение. Ну не неси в центр только. Ну куда ты несешь? Вот. Теперь идем в центр. Встаем к лечу. За спину летим от спины к между звездой и вот этим шипом. В ту сторону, короче. Так, три вальки хватает. Фулл ДПС по валькам. ДПС по валькам.
Осквернение 5 секунд. Разбежались из подвалика, ушли. Из центра и из подвалика ушли. Так, с осквернения быстрее выходим. Отходите от лужи подальше, не бегайте возле лужи. В другую сторону переходим, будем на другую сторону лететь. Хотя похуй, давай на эту же. К звезде будем лететь. От спины лича к звезде. Так, сейчас хватают вальки. 4%. Может переведем? Осквернение, разбегайтесь. Осквернение сейчас 2 секунды. Валькам стан. Короче, бейте валик. Вот эту вальку бейте, впереди летит, чтобы не улетело. Бейте валик и потом переведем там 0.5%. Перевели. Так. Сейчас даю незыбку. А наверное давай массакру. Ну и самое главное, там первый, третий мой. Второй, четвертый твой. И когда фаза начнется, там 5 хилов, успейте среагировать с этой хуйней, как это называется. Ну, человека в комнату будут забирать. Второй. Твой. Так. Бидон тотем есть у тебя? Короче, ставь тотем Геншин Гин на ману. Вадикон Инер по Геншин. Подвисло. До четвертого забираем. Сейчас переходка заканчивается, через секунду сферы, все сферы разбить быстрее, иначе улетите, сука, быстрее, быстрее. И там еще в центре. Стою лича, жду здесь. Человека забирают в комнату через секунду. Захилить ханта. Хант. Убить красного духа. Сбить ему каст глушащим выстрелом. Прожимай все прожимки, свои бурсты, там всю хуйню. Идем. Если что, моего духа отдала. Идем за личом. Осквернение 3 секунды. Лево-право разливайте. Под лича не налейте. Так, осквернение. И уже к личу бежим. К личу бежим, не тусуемся. Встаем за спину. За спину лича. Духи летят. Летят и хлопают два ДКшника. Блять, там два анхолика, не красиво. Красиво. И он уже эту хуйню кастует, мы уже бежим. РДД в частности, хилы, вы уже бежите вот здесь на середине, где я бегу. Осквернение секунда. Осквернение на мне. Немножко в сторону вот так вот. Ну чё вы по нему бегаете, блядь? Вы чё, бомжи, что ли? Ебать, нихуя себе. Пиздец, я в ахуе. Я походу отдыхаю. Меня дух может всё забрать. Челика забирайте, захиливайте, кого там засасывали. Ты видела, что он засасал? Танка засасал в комнату. Ну бей духа, хули. Осквернение, кратно. Пост ему сбиваю, осквернение разбежались и за лечом бежим. Не бегите по осквернению. Да, по осквернению бегать это вообще топовая идея. Прячемся. Так, зубы есть, Геншин? Да-да-да. Давай зубы по войду. А вот там хлопают нормально. Не долетели до меня. Осквернение 5 секунд. После осквернения, после это духов осквернения и за лечом сразу уходим. 2% добьем там где-то на середине. Все, добивайте. Перебегайте там от духов. 1%. Все, можете добивать. Развернусь еще. Убивает. Равист выжил, видели? Имба. Получается соло игру. В дом же лежим. Живучий друид. Как ты бессмертный. Ну-ну, 9 жизней. Во-во.
Воскресенье, воскресенье, наверное, резко пойдем перед СЛК Геры. СС ему нахуй не нужен, у него 9 жизней и так живет. Завтра, я вообще нахуй. Завтра я даже не знаю, короче. Пизда, королю. Насчет десяток. Что парень сразу не врубает. Не знаю, что захотите завтра там идти, какие десятки, там, заломаны, кары. Ну, заломаны, кары я не люблю. Да, блядь, да и десятку гер я бы не пошел. Но если вдруг наберется 10 человек, которые прям хотят закрыть на фул с личом десятку гер, ну, имейте в виду сразу, там, надо серьезные ребята. Ну, типа Биг Дэм, который 20к дает, там, Вадикон, там, Викторка. Ну, самые топовые, короче. Весь топовый состав. Ну, иначе, я не знаю, там, на 4 босса сходите, там. Как же родились? Как же Корнелл? Не открывается, может, дадут истории. Да вряд ли уже. Ну, не открывается, просто суманем его посмотрим. Да, да. Грустно. Шел за проходкой шаману. Не получилась проходка. А, ну ничего. Ему ачивку не дали. Слушай, подожди, а ты бил? Ну, хоть сколько-то вдаможил? Вроде нет. Ну, посмотрите по рекаунту, если у кого-то есть. Просто если ты хоть какую-то копейку вдамажил, то можно отписать. И они могут дать проходку. Это работает. Кто ты мочи-то там стояли? Скорее всего, твои. Вкусняшка для ханта. Мне дали ОД. А, ну если тебе ОД дали, значит, считал. Либо ревисту. Дали. Ну, что-то не вижу, блядь, вот их. Не... А чехов? Ну, клятва есть. Не стоит, да. Не будет. Но у меня на лище есть его тотемы. Ну, если есть какой-то скрин, то можно скинуть. Ну да, сделайте скрины, скиньте прямо в игре в поддержку. Что-то от клина пол. Не могут засчитать. Где, сука, ебучий посох? Что за хуйня? Ну вот он. Древко. Вот он. Это древко, это клинчересы. Ты меня сейчас ничего не берешь, я сдох. Ну, конечно, есть два сокета красных. Я поставил чисто парочку СПД, да и бегал так. Знаете, это десятые штуки на без ГП, да? Да. Так, сколок. Есть у кого какой-то скрин? Я на форум схожу. Клятва. А, ну вот клятва ханту. Ну, хан, тебе же надо было. Он говорит, что он кинжал хочет. Ну да, в клятве да хаста нету. Хаста, это что? А, хистори, это у нас кто по нику? У меня даже нету тебя в рекаунте, хистори, хуй знает. Да, я вроде не ударил. А ты тотемы ставил хоть какие-то? У меня еще есть тут пару тотемов. Элементали огня и этого. Второй тоже. Ставил, но пофиг, на следующий, когда я схожу, на ласта только. Да, пиздец, конечно. Да. Ради этого шел. А, Войт, сразу можешь перекинуть мне тогда с Дианси на Хисторию? Ага. Ну, на следующий.